Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Жителям столицы рассказали, что ждет участников выставки «Город детали». С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет выставка «Город детали», для посетителей которой подготовили насыщенную программу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Гости выставки смогут посетить спортивные площадки, на которых можно поиграть в футбол и баскетбол, позаниматься паркуром и фитнесом, а также экспресс-экскурсии, мастер-классы и игры для всей семьи, а также концерты и кинопоказы. На экскурсиях, которые будут проводиться каждые полчаса, гид расскажет об интересных фактах, о представленных площадках для отдыха, арт-объектах и ансамблях малых архитектурных форм. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте мэрии. Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!